Всех приветствую, друзья. Приехал в лес на нашу заимку. Только заехал в лес, сразу облепили всего эти лосиные мухи. Блин, капец. Еще в бороду залезу, там хрен ее достанешь. Раньше не было. Сегодня первый день только. Вон опять ползают и ползают только. Только успеваю снимать. Вроде они не вредные. Всего облепили. Капец. Так, позанимаемся сегодня здесь, в заимке. Работа есть. Привез кое-что интересное, сегодня будем делать. Красота. Птички поют. Тепло. 20 градусов с утра было. К обеду, наверное, 25-30 будет. Комаров нету. Паутов тоже. Наверное, к обеду все равно будут пауты. Слепни, как обычно. Потеплеет когда. Чаечек вскипел. Попью сейчас чайку. Позавтракаю. С мини-маффинами какими-то. О, грибочки, походу, начинаются в середине лета. Снаружи гниловатенькие. Ну, вроде снял сантиметра по полтора. Гнили было сверху. Внутри хорошенькое. Так, дальше.
Верстачок надо сделать тоже еще. Короче, работы до хренища. На верстачке-то поудобнее будет, чем на земле. Нормально. Вот, ребят, как-то так, такой станочек получился, вполне удобненько. Почти 2 часа ушло на клепание на это. Вроде хорошо получилось. Конечно, с совдеповскими не сравнится. Сыромятина. Но думаю, походит. Нам покосы гектарами косить не надо. Thank you.
Косит отлично, можно сказать. А, что-нибудь погуще вон там. Сейчас пойдем попробуем покосить. Грамм 300, наверное. Сейчас поставлю вариться уху. Время уже первый час. Вроде ничего особо не сделал, но время пролетело. За кадром, конечно, много работы проделывается. Пока сварится, ушится. И вон из консервы буду варить. В прошлый раз супец что-то не удался, да? Хотел суп сварить, сварил лапшу. Не, вот когда паутов, москитов этих нету, никто не донимает, то наслаждаешься нахождением в лесу. Не то, что в прошлый раз думал, быстрее бы уже свалить, ему доделать работу и свинтить. Невозможно. Это странно, сегодня нет почему-то. Я думал, в обед тоже начнется. О, какие-то мухи летают. А, не кусаются особо. Ну и так, немножечко паутов слепни. Вчера за чагой ходил. Сейчас, ну, пока я здесь варю, посмотрите эти кадры. Целый пакет набрал. Сейчас надо будет натянуть сетку на потолок в ангарчике. Пусть сушится там. Здесь буду сушить ее быстрее, чем дома. Здесь проветривается хорошо.
бобринный домик. Живет он там, нет еще. Вход где-то под водой. Где сверху нету. Лось с лосихой, что ли? Лосенок, походу, с лосихой. Маленькие, большие следы. Хорошо, вот на поле обдувают от паутов. В лесу вообще невозможно, облепляют. Вот здесь была чага. Срубили, видать. Вот это сувель. Видите, какая у него структура, как у березы такая же кора. Обычно они растут по одному на дереве, но здесь два что-то выросло. Чага в основном в болотистых местах сырых растет. А тут дожди поливали двое суток. Все болота наполнились водой. Раньше-то сухо было, можно было. Ой-ой-ой, провалился. Раньше можно было без проблем пройти. Так, вроде чага там. Вот это чага. Коричневая такая. Черная, можно сказать, даже. Вся такая неровная. Вот груб. Вот это гриб трутовик. Это уже старый. Которые молодые, они такие светленькие. Рекомендую чагу сразу, как собрали, очищать, рубить ее на кусочки, потому что она, когда свежая, еще мягонькая, даже руками ломается. А когда высохнет и очистить, конечно, проблема, а рубить еще хуже. Поэтому я сразу на месте тут же разделываю ее, так сказать. Вот так вот она выглядит внутри. Бывает полностью коричневая, бывает вот с такими прожилками. Как мраморное мясо. Если кто-то думает, что она так часто попадается, то для сравнения, от прошлого кусочка до этого кусочка я прошел почти что 1,5 километра. Вот так по кругу прохожу по лесу. У нас она не особо хорошо растет. В каких-то регионах она как сорняк, можно сказать, все деревья облеплены ей. Землянички много в этом году, но что-то мелковато у нас. Съездили 1,5 ведерка, 1,5 литра набрали. Больше не выдержали. Попытки съели там. В тот день что-то ветерка даже никакого не было. Штиль. А грибочков вот что-то нету в этом году, смотрю я. Вроде уже и дождей были много, и погрело, но грибы что-то никак не хотят вылазить. Где все здоровенные-то? Один кусок на 5 килограмм найти бы, и все, можно домой.
Это... Думал, это не найду. Легкий перекус дошираком. Заваривать неохота. Раньше постоянно так ели. Решил вот так вот понизу натяну, наверху мешаться будет. А здесь внизу не будет мешаться. Вот такую сеточку сделал. Сейчас будет сохнуть. Хорошо, проветривается все со всех сторон. Красота. Килограмм 6-7, мне кажется. Ну, сырой вчера набрал. Высохнет, наверное, килограмма 4 останется. Так что скоро будет, через недельку, чага. Сейчас пока кончилось, в наличии нет. Вот так вот. В уголочке не мешается. Веники вешать. Хорошо. Супец, наверное, уже подходит. Ну да. Старость не радость. Лет-то еще мало. А уже спина быстро устает. Надорвал. И все. Сейчас на всю жизнь уже. Чуть-чуть. Сейчас даже не надо ничего тяжелого поднимать уже. Просто даже постоишь, если час-два постоишь, все, у тебя спина отстегнется сразу. Вот такая вот уха. Замечательная. Хоть и из консервы, но все равно уха. А, мух-то налетела. Да, вот надо за палаткой ехать. Сейчас бы закрылся в палатке, спокойненько поел. Без этих.
от всего мужского коллектива на этом канале и от меня лично. Всем девушкам, бабушкам, женщинам. Я собирал вот такой вот букетик. Красивенький, разноцветненький. Это вам. Онлайн, так сказать. Это меня. Девочка. Миллион, миллион, миллион. А вы хруст. Вот столько листочков еще получилось. Выбрасывать их тоже не буду. Сушиться. Рядом с чагой положу. Они тоже полезны. Здесь 12 штук. Нормально, пойдет. Начало есть. Все листья тоже сушатся. Так вот, забубенил тут сеточку эту. Везде все сушится. Места все меньше и меньше. Иван чай. Походу придется у родителей сушить, потому что здесь места уже мало. Да и что-то я поблизости здесь не видал. Иван чая. Ничего страшного. У родителей там места много. Выделим где-нибудь. Натяну проволоку. Там как раз недалеко от них и полюшка эта с Иван чаем есть. Где накосить можно будет. Это Венька.